эта машина, вот эта машина, откуда машина? Машина с центральной городской ярмарки. Сейчас поедем. Мы специально чуть-чуть пораньше выехали. По одной простой причине. Как вы прекрасно понимаете, март месяц, на улице, естественно, все это дело тает. А мы сделаем так, чтобы вы могли машину посмотреть красиво и сочно. Как это всегда делает программа «Автостоп». Хорошая программа, правильно? Этой программе, если что, 16-й год уже идет. Во как, представляете, да? Наконец-таки мы прошли тот самый период, и все, в принципе, нормально у нас должно становиться. Вот. Какая машина? А машина, кстати, та же самая. Помнится, если вернувшись на круги своя, как раз 15 лет назад, 16 лет назад, я вам такую машину и показывал, да? В свое время она, конечно, каких-то других денег стоила, ну да ладно. Сегодня и сейчас. Ну, вы извините, подвиньте, тут дорога у нас слегка такая, да? Поэтому камеру немножко потрясывает, но я постараюсь сделать, чтобы этого не было. Но с другой стороны, вы же должны понимать, да, какие у нас весенние дороги, да? То есть то, что было как бы красиво и ладно-то не получается, по одной простой причине все это естественно тает. Естественно, дороги превращаются в непонятно что. Поэтому, извините, подвиньтесь, камера будет немножко потрясываться, такова же у нас жизнь. Ну, а мы приедем сейчас на нормальную дорожку, где там будет все, в принципе, хорошо и красиво. Вот. Что за машина? Opel Vectra. Вот. Я в свое время их рассказывал, да, чем они мне до того момента нравились и чем мне сейчас перестали Opel нравиться вообще. То есть тогда как-то понятие было, да, что машина такая красивая, сочная такая, можно ее понять. И кроме всего прочего, не надо забывать. Не надо забывать о главном. Не надо забывать о главном. Мы когда-то беседовали, что у нас есть Volkswagen. Может быть, Volkswagen и хороши. Может быть, они и хороши. Но когда мы говорим о качестве работ, не надо забывать про слово Opel. А Opel это было что-то с чем-то, понимаете, да? И оно никуда не девалось. То есть качество Opel так и осталось на исключительно замечательном уровне. Вопросов нет. То есть ничего не поменялось, по сути, кто? То есть если мы сейчас будем говорить, а есть там еще и другая машина, опелевская, да, на авторынке ЦГ, я потом ее покажу. Да, эта машина действительно старенькая, да, но еще раз объясняю, что гораздо проще сегодня и сейчас купить старую машину, да, и потом, восстановив ее немножечко, чуть-чуть да маленечко, что-то делать-то, господи. Теперь самое забавное, как процедура восстановления. Как я люблю все-таки наше правительство, да? Наше правительство вам что сказало? Ну, типа кризис. Так вот, типа кризис, к чему он ведет? Я вообще всю жизнь говорю, что если типа кризис, это вообще все классно. По одной простой причине. Почему кризисы хороши для нас? То есть вы можете купить недвижимость, которая в разы упала в цене. О! Вы можете купить машины, которые в разы упали в цене. Вы можете эти машины восстановить за реальные копейки, если у вас есть мозги. То есть то же самое. Процедура восстановления этого автомобиля. Ну, я бы так сказал. То есть при обыкновенной цене 165 тысяч рублей. Что необходимо поменять? Ну, в принципе, для того, чтобы просто ехать, необходимо поменять одно заднее стекло. И все, затонировать и езжайте, никаких проблем. Если вы хотите его довести до ума, ну еще сюда можно примерно потратив 30 тысяч рублей. Просто все до красивости довести, подпалировать, все будет красиво, ездить. Цена вопроса. То есть в 200 тысяч, слушайте, я, конечно, прекрасно понимаю, что за 20 лет эксплуатации, за чуть-чуть больше времени эксплуатации, мы научились делать иномарки. Да, мы наконец-таки делаем иномарки. Это очень хорошо, реально очень хорошо, да. Вопросов нет. Только цена какая? Теперь вопрос называется о другом. О другом. То есть мы говорим о машине, которой, грубо говоря, 20 лет. В каком состоянии? Можете сами посмотреть. То есть эти машины до 98 года, а эта машина 98 года, да, вот. Они делались из чего? Они делались из металла.
Если вы хотите, посмотрите, здесь бампер как устроен. Да, это настоящий бампер. И мне тут недавно, просто недавно я посмотрел, машина такая была весьма интересная. Nissan. Сейчас вспомню, как он назывался. Кашкай. О, Кашкай. Предыдущего поколения. Сняли бампер. Задний бампер. Ребят, он там ни к чему не крепится. Он тут вообще ни к чему не крепится. Другой вариант, да? Да, не менее хороший автомобиль. Да, такой хороший, такой. Такой автомобиль, от которого все прутся. Да вообще просто. Это должна быть то, что доктор прописал, так ли есть на самом деле. То есть мы говорим о каком автомобильчике? Вот. Мы говорим о замечательном Toyota Land Cruiser 200. Господи, 4,5 миллиона. Как люди-то тащатся от него. Вау, вау, вау. А потом они покупают еще Lexus 470, тот же кузов примерно. Господи, боже мой, вы бампер там посмотрите, он ни к чему не крепится. Это вообще джип или это все-таки... Это даже не джип, это... Я вам сейчас серьезно говорю, что настоящий джип — это Toyota 70. Она еще выпускается, ее очень сложно купить в России, но вы можете это сделать, никаких проблем нету. Если вы ее хотите себе купить, это да, то, что доктор прописал. А это нет, это совсем даже не джип. Это такой большой, кстати, не сильно большой универсал, потому что я езжу, у меня за мной другая машина есть, я на ней также езжу. Универсал на малых колесах, на переднем приводе, жрет он вообще ничего, тем более на газу. Ну, я не знаю, ребята, вам судить, вам судить. Вам судить. Эта машина, конечно, изумительная. То есть при минимальном сумме вложения денег вы получаете замечательный результат. Есть она отличная на марке. Реально хорошая иномарка, которая, по сути, не гнет. Если даже где-то гниль возникла, да, то, по сути, событий. Я просто недавно был на Кубе, да, я был там на Кубе, поверьте мне. Если бы я на Кубе не был, я бы с раком так не полечился, да. То есть мне пришлось туда съездить. То есть я вам сейчас в действительности говорю, что если у вас раковое заболевание вообще какое-то, да, то сумма, которая вам необходима будет, ну, никаким образом, там, не 10 миллионов рублей. Ну, нет, ну, что вы рассказываете мне сказки? Ну, нет, конечно. Ну зачем? Миллиона рублей достаточно для лечения любой формы ракового заболевания. Вот и все. Поэтому сказки не надо рассказывать. Я посмотрел, как это, какие-то машины. Ну извините, извините. Это... Переезжаем. Трамвайной линии. Можно было бы, конечно, закрепить ее. Да поверьте мне, если бы закреплена была бы на этом... Ёпсель-мопсель. Присоска меня также тряслась, поверьте. Ничего не получается. Другого ничего не получается. Вот и все. То есть сумма небольшая, я вам серьезно говорю. То есть, да, мы наконец-таки пришли. Будем лечиться здесь, я не знаю. Я предпочитаю все-таки лечиться там, за бугром, где все-таки конкретная информация есть. Так вот, я там ездил на автомобилях. Причем на автомобилях 57-го года выпуска. О! В скором времени этим машинам придет практически 100 лет. Они замечательно ездят, потому что есть рама, потому что все, что нужно, изнутри проваривается. Металл там тоже достаточно красный. И все, идеальное состояние. То же самое здесь. Когда вы сделали машину из металла, все делается красиво. Полуавтомат ездите с шикарным образом. Теперь цена вопроса. Да, цена вопроса. Цена вопроса. Сейчас будет совсем жестко и не по-детски. То бишь мы, вернувшись к цене вопроса Америки, естественно. То есть там люди, это благодаря кризису, естественно, только благодаря нашим замечательным кризисам. Честно говоря, я нигде их не вижу, если честно. Ну так вот, вот. И в кризисе, и не в кризисе машины. Такие серьезные машины, то есть Lincoln Town Car. Серьезная машина, серьезная машина. Замечательный Mercedes S600. Серьезная машина? Очень серьезная машина. Бумеры хорошие. Серьезная машина? Очень серьезная машина. Я не имею в виду вот эти всякие мелкие бумеры, а там V12. О! Так вот, эти машины за рубежом, они опускают до цены 10 тысяч долларов. Вы пересчитаете, да, 10 тысяч баксов? Вы пересчитаете просто. Дешевле они не опускаются, естественно. То бишь, о чем мы сейчас будем говорить? О том, что мы сейчас можем купить и такие же машины дешевле, чем за рубежом. Чуть-чуть довести до ума, сделать красавицу ездить.
Что касаемо хороших автомобилей, это изумительная машина, где продается на центральной городской ярмарке. Просто супер, посмотрите, купите, и вообще никаких проблем не будет. Купив такую машину, вы реально просто забудете о новых стеклопластика арматурных делах. Просто покупаете и ездите. Вау, супер. Да, ну еще что, она немножко старенькая. Вам что по сути надо? Гидроусилитель есть, кондиционер есть, коробка, механка здесь есть, полный электропакет. Естественно, ну что еще надо? Ездите спокойненько. Поставьте еще газовое оборудование, будет все замечательно. Вот такая штука. Да, мы благодарим наше правительство. Оно делает. Мы благодарим центральную городскую ярмарку. Она вам дает возможность съездить и на недорогих машинах тоже. Почему нет? И мы говорим спасибо, то, что мы вообще здесь живем. Поскольку, вы знаете, в принципе, все нормально. Единственный вариант, как у нас привыкли люди тратить бешеное количество баллов, так они продолжают это делать. Так что тараканов нету. Есть другой вариант, как купить все дешево. И в этом смысле мы обращаемся к центральной городской ярмарке.